Клево всем, друзья! Я на рыбалку. Приехал в очень красивое место. Сейчас покажу. Он опять листья клюет. Это река Лаба. Пытаемся поймать усача. Пока поклевывает вот такая мелкая рыбка. Поймал два вот таких маленьких бубря. И еще каких-то две, типа быстрянка, что-то такое. И пока тишина. Листья клюют. Так что, друзья, погнали. Ловим рыбку. Ну что, друзья, сидим, пока тишина. Время без 7:05. Раньше примерно в это время начинался клев, поэтому ждем. Я прочитал все комментарии, друзья, что мне писали по ловле усача. И взял разную насадку. Буду пробовать. Вдруг на что-то клюнет или вообще не клюнет. Не знаем. Пока тишина и нету информации вообще, клюет в этом году он или нет. Скажем там, знаем, что ловился месяц назад, а сейчас ничего не знаем. Довольно сильный ветер, прохладно. Клюют листья постоянно. Листья несет, цепляется. Значит, по насадкам. У меня опарыш, мороженый метелик, червь, печень, ганноверские сосиски и сыр. Набрал всего. Буду пробовать, чередовать. А вдруг сработает. А, еще есть пелец у меня рыбный. Тоже, может быть, на резиночку одену. Но пока полная тишина. Я просидел где-то часик-полтора с фидером. Клювали. Поймал несколько пескариков маленьких и несколько быстрянок. И все. Вот такой улов в основном. Листья. Вот они клюют очень хорошо и надежно. Метелики, да. Добавлю ему опарыш. На одной червь, на другой бутерброд. Что-то есть мелкое. Что-то... О, да! Есть! Вот, а вы говорили, рыбы нету, друзья. Сожрать метелика и штук 5 опарышей. Вот это вот фигня. Может запросто. У него рот как у кокулы, блин. Я же тебе говорил, Жор, а ты не верил. Так, опарышем досаживаем метелика. А ты не верил, что Жор. Ловим в обратке. Если ближе к руслу кидаешь, все, сразу листья. Друзья, пока занимался, выставлял свет, то все, поймал. Была поклевка одного усача небольшого. Вот такого. Красавчик. Клюнул на сосиску. Перед этим стояла червь, был ноль. Одел сосиску и довольно быстро была поклевка. Пробую дальше. Вот она тут. Опа, опа. Удар хороший был. Есть, есть, на сосиску. На сосиску поклевка, друзья. На сосиску. Сосиска рулит, друзья, пока. Потом хороший. Ого, ого, ого. Покажись, покажись, друг. А, есть. Шикарный. Офигеть, Сань. Давай, сейчас, по секундочку. Такой грамм 400. И опять сработала сосиска, друзья. Так, сейчас попробую сосиску поставить на другое удилище. Сейчас сюда сыр одену. Ребят, смотрите, вот такой красавчик. А, смотрите, ротик. Усы какие шикарные. Класс, красный хвостик.
второго на сосиску. Сыр. Пакет там. О, второе с сосиской. Конечно, даже нужно, Сашка. Опа! На сыр поклевка, друзья. На сыр. Походу, просто забрасываю в то место, куда надо. Что-то мне так кажется. Давай, 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 давай. Идет. Хороший, хороший. Шикарно, шикарно, шикарно. Ду-ду-ду-ду-ду. Есть, 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 есть. Шикарный. Ай, класс. Ай, хороший. Шикарный, ребятки. Смотрите. Тоже грамм 400. Красивый, красивый. Я это сделал. На сыр поймал. Следующее. Сань, печень, да? Давай печень кусочек. Одеваю кусок печени. Большой такой, огромный. Есть. Печень. Так, печень молчит. Сейчас на него одену пелец, на это удилище. На это удилище одену пелец на резиночке. Так, одеваю вот рыбный пелец. Оба, у меня на сосиску поклевка на второй, Саша. Понял? О, клюет вовсю. Перестала, не засекся. Нет. Опа. Есть, 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 есть. Есть. На сосиску, друзья. На второе удилище первая поклевка. На сосиску. Сюда надо сейчас крючок увеличу. Маленький крючок стоит. Вот он, небольшой, но красивый. На сосиску. Вот он. За низ губы. Ой, Сашка поймал на сосиску. Ребята, сосиска рулит ганноверская. Мне многие писали про сосиску, Саш. Там почитаешь комментарии под обоими видео. Очень много. Сосиска, сосиска. Ну, и некоторые писали ганноверская, да. Так, сосиска, но было, что несколько человек ганноверская писали. Так, еще раз сюда сосиску. Да. Да. Сосисон. Пелец молчит. Пока. Десятки. Да. Опа, есть, 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 есть. Есть на пучок опарыша что-то. Не сильно крупненькое, но что-то есть. Малыш, на пучок опарыша клюнул малыш. Сейчас покажу, Саш. Сосиска. Опа, на сосиску поклевка. На отстрел сразу есть. Смотри, почти сразу и хороший, Саш. И хороший, понял? Тут такой сантиметра два. Понял? На опарыша мелкий был. А делал сосиску побольше сразу. Хороший, хороший, хороший. Вообще шикарный. Вот он бьется, бьется, друзья. Смотрите. Смотрите, вот он. Класс. Ой, Саня, смотри какой. Друзья. Стоял опарыш. Пучок. Много одел, видели. Поймал мелкого.
только одел кусок сосиски, смотрите, какой красавец. Просто шикарный. Вот сейчас маленький кусочек печени. То большой ломоть ставил, килограммов полтора. Сейчас вот небольшую печенюшку. Печенюшку, слышишь, печень, печенюшка маленькая. Фух, класс. Я кайфую, ребята. И от сосисек тоже. Опа, на печенку поклевка была, Саш. Ну такое, как будто задел его. Давай, давай, печенку доедай. Опа, ну давай, давай, давай. Мимо. Клевал на печенку. А не, сидит. Да? Не пойму. Да-да-да, сидит, ребят, на печенку. Вот первую на печеночку. Но не крупный. Хорошенький, хорошенький. Есть. Небольшой на печеночку поймал. Не, мелкого отпускай. На сосиску, Сань? Вот, друзья, на печенку поймал, на небольшой кусок. Так, на что я не поймал? Так, перец. Еще раз перец пробую. Но на печенку так вяло брал. Неактивно. Еще, ребят, вот перец пробую. Так, на печенку клюнул не крупный. Всех крупных, что нормальных поймал, поймал на сосиску. Так, одену я сейчас сюда пучок червя. Вот такой. Оба. На перец, Саш, поклевка была. Не засекся. На перец, на резинке была поклевка, не засекся. Стянул перец. Так, клювал, но неактивно на перец. Так, ставлю опять сосиску сюда. Сосисон. Друзья, ловлю обычным монтажом. Петля Гарнера. Самым простым. Без фидергама, без ничего. Как я их вяжу, ставлю ссылку в описании. Заходите, смотрите. Оба. Хорошая поклевка на сосиску, Саш. Есть, есть. Хороший, хороший, хороший. Отлично, отлично. О, как бьется, а? Ребята, шикарно. Хороший, хороший, хороший. Вот это да. Вот это боец. Вот это кайф. Ого, 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 ого. Вот он, вот он, вот он. Вот он. Офигительный, Сань. Смотри. Не килушка, но 500 грамм, 600 может быть. Хорошо. Шикарно, ребят. Сосиска. Сосиска. Это вообще... Друзья, спасибо за подсказку. Так вот сделал. Спасибо за сосиску, ребят. Класс. Смотрите, красавец. Спасибо, друзья, за сосиску. Подсветка от Сашки. Класс. Шикарный. Оп. Ну давай, 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 давай. Оп, есть, 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 есть. Блин, мужики, сосиска рулит. Сосиска вне конкуренции. Класс, 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 класс. Неожиданно, офигительно. Не крупный, но есть. Да, ребята, я, честно, скептически относился к этому. И вот оказалось, все супер. Сыр одел. Тоже прилично. Хороший кусок одел. Ну давай, давай, решайся, дожевывай.
дюбает и никак. Ага. А я всегда рыбку уговариваю, говорю, давай, давай, решайся. Она была как решанет. Этот, червя пробовал несколько раз, ноль полный, Саш, вот просто вообще на червя. Давай, на сыр, решайся, вот не засекся, понял, бросил. Видно было, потянул, дюб-дюб-дюб, и раз, резко отпустил. Да, это самые большие, что у меня есть навязанные, Сань. То есть сыр реально работает, похуже, чем сосиска сейчас, но работает. Еще раз пилец одену. Еще раз пельчик попробую. Был бы он свежий, конечно, пельчик. Он в магазине лежал неизвестно сколько миллионов лет. Взял, да? Молодчина. А, увидел реальную поклевку. Ага. Под берегом, да, ближе? Так, значит, можно сказать, что ганноверские сосиски съедобные. Их даже рыба ест. Я решил, я пришел, выбор сосисек был. В магазин зашел, выбор сосисек, какие купить? И мне писали больше всего про ганноверские. Я думаю, не буду отступать. Вот, заявлено, а то скажут, это не ганноверские, поэтому не клюет. Купил ганноверские. Клюет. Ого, на дальнюю, значит, хорошая, хорошая рыба. Хорошая, офигеть. Саша, это на дальнюю, значит, у меня клюнуло опарыш с этим. С метеликом. Ух, 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 хорошенький. Отличный. Опарыш с метеликом бомбанул. Ух, красавец. Не кубанский. Кубанский он более толстый и жирный. Опа, на сосиску. Опа, есть. Есть, 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 есть. Хороший. Хороший на сосисон. Нет. Мне офигительно, друзья. Представляете, Сашка говорит, что мне надоело ловить, а? Я все лето и пол осени без рыбалки. Ой-о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 й
Ай, классно! Сосиска рулит, смотри какой! Грамм 600, наверное. Ребятки, смотрите, какой красавец. Смотрите, какая шахта у него. Красавец. Краснохвостый. Друзья, вот ситуация. Сидим, нас двое. Я и Саша. Ловим. У меня два удилища. У Сани одно. У меня клюет на одно хорошо, на второе плохо. У Сани клюет еще хуже. Казалось бы, да, одна река. А вот что-то не так, не то, и вот все. У одного не клюет. И клювало лучше на это удилище. А был момент вспышка на это удилище. Или на пелец было несколько поклевок, не реализовал, и все. Опа, и на второй поклевка. Ой, какая хорошая поклевка. Иди сюда. Есть, есть, на сыр. На сыр, ребята. На сыр. Хороший, хороший. Отличный, отличный. Рыбка шикарная идет, идет, идет. Вот он, вот он, вот он. Друзья, вот он. Вот он подходит, вот он, вот он. Класс. Для этих мест, для наших водоемов, ну это очень хорошая крупная рыба. Я понимаю, мне люди пишут регулярно, что это мелочь. Но в наших водоемах, вот в реке Лаба, килограммовый — это сверхтрофей. Их за год всего несколько штук ловят. Поэтому 400-600 грамм — это отличный усач у нас. Он у нас не входит в красную книгу. Его можно смело ловить. На сыр. Если вы ловите на сыр, тогда его можно. У меня сегодня этот усач будет с сыром и колбасой, и сосисками. Ну вообще, Санек, опа, опа, на сосиску. Хорошая поклевка, хороший. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ого-ого-ого. Класс, класс. Ох, нифига себе. Я не знаю, видно или не видно, но творит черное, смотрите. Смотрите, смотрите, я держу его. Я просто его пытаюсь удержать, чтобы никуда не зашел.
Ох, нифига себе! Саня! Чуть не промазал. Друзья, сосиски рулят! Сосиска рулит! Смотрите, свитик. Смотрите, какая пасть. Смотрите, относительно пальца. Палец заходит. Самый большой? Да, наверное, самый большой или около. Метелик работает, сосиска работает, сыр работает. Смотри. Червь молчит, печень плохо. Оп, слетело. Оп, поклевка, поклевка, поклевка. Оп, есть. Есть. Не скажу, что на сосиску. Но на сосиску. Нормально. Да, сосиска на сосиску. Ну давай, давай. Оп, 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 есть на сосисон хороший. Саш, нифига себе, смотри. Смотри, 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 я просто держу, смотри. Офигеть. Смотри, 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 что творит, а. Охренеть, вот сильная рыба. Блин, оп, 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 оп. Саша, Саша, я чувствую, буду танцевать. Смотри. Смотри. Ах, нифига себе. Сосиска рулит. Да. Я постоянно меняю. Вот он. Офигительный. Класс. Классно. Друзья, при ловле на сосиску нужно реально забрасывать аккуратно, иначе от сильного удара в клипсу слетает сосиска, и потом ждешь поклева, которых нету. При ловле на сыр он тоже легко слетает, но если на сосиску я одеваю такие кусочки по 2-2,5, тоненькие, длинненькие, лучше тоненькие работают, то на сыр нужно одевать более короткие. Он жесткий, и видно, его плохо в рот захватывает, то на сыр вот где-то сантиметровые кусочки самое отличное. Нифига себе, ну удочку сбила. Отошел, называется. И тут на сосиску всадила. Ого, ого. Нифига себе. Ого, Саня, это подводная лодка. Ах, ни хрена себе, Саня, я танцевать буду сейчас. Саня, отдай живую насадку, искусственную насадку съедобную. Давай попробуем. Не засекся на сыр. Вот на сыр больше всего пустых поклевок по сравнению с сосиской. Давай, как раз освободилась. Ну ты меня выбери там. Поймаешь. Красного червяка бери вот это. Красного? Да, бери. Да мне кусочек надо. Наживляй, я отрежу, сколько тебе надо. Его отрезать надо тебе. Да. Друзья, смертельный номер. Это что, что за насадка у нас? Маракуйя. Ловим на маракую. Кого мы? Тарань, да, ловили с тобой? Саш, на. Да, тут уже ведро не помещается, готовь ножи, точи. Друзья, маракуйя. Проводим эксперимент. Опа, ну давай, давай, давай. Есть, есть, есть.
Ребят, сход был на маракую. Была поклевочка. И рыбка держал. Но сошла. Сейчас переодену. По-другому. Трошки. Вот так вот, чтобы сильнее крючок торчал. Ну давай, давай, давай. Не засекается. Вот он бьет, бросит. Оба, оба, есть, 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 ребята. Есть, на маракую. Я его тащу, друзья, тащу. Почему-то есть, ребята, поймал. На маракую поймал. Вот он. Поймал. А, сожрал, понял? Нету насадки, полностью сожрал. Слетело. Ну что, друзья, нормально половил. Килограмм 6 усача. Самые крупные грамм до 600 летали. Офигительно. Просто класс. Я реально кайфанул, друзья. По насадкам. Экспериментировали с разными насадками, как вы мне и писали. На первом месте оказалась ганноверская сосиска. Правильно одеваешь, самый крупный усач, классные поклевки, мало сходов. Просто шикарно. На первом месте. Второе место все-таки метелик. Так как у меня метелик был прошлогодний мороженый, там ужасно уже. Лучше всего сработал с подсадкой к нему опарыша. Второе место. Третье место – сыр. Но сыр нужно одевать небольшими кусочками, иначе много пустых поклевок. А, значит, на печенку у меня было две поклевки, одну реализовал некрупного, и все. На червя был полный ноль. Полный ноль. И пробовал пелец, было две поклевки, и все. И пробовал ловить на маракую. Один сход, одного поймал. Класс! Я кайфанул, друзья. Рыбку поймал, удовольствие получил. До новых встреч!